Здравствуйте, друзья! И вот опять мы на реке. И опять эта неуловимая рыба хариус. Какой красавец! Парусник. С вами канал «Карелия. Все рыбалки и не только». Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. По поводу отдыха пишите на страницу ВКонтакте. Самое интересное впереди. И вот все же к нам приехали самые дорогие гости. Старшая дочь Оля с мужем Денисом, тремя детьми, нашими внучками. Дашей, Катей, младшей Соней. Денис не первый раз в наших местах и очень полюбил рыбалку. Сначала мы с ним походили недалеко от поселка, по реке, ловили хариуса на муху, пробовали спиннинг. На кораблик хариус ловился неплохо. Вот это улов с первого места. На спиннинг он никак не отзывался. Было несколько поклевок. Перешли на другое место, так как тут меняли воду. Мы с ним забрались в одно место, потом чуть вылезли. Резко дали воду. Хариус попадал разный, даже очень достойный, крупный. Красавцы какие. Попадал и мелкий хариус. Ну, мелкого, как обычно, я всегда отпускаю, потому что я считаю, что хариус, ну, должен вырасти. Вот так ловилась рыба, но желание было поймать все-таки его на спине. И у нас созрел дерзкий план спуститься вниз на нижние пороги с ночевкой и попробовать там на спиннинг. Вот второй улов наш. На следующий день мы все-таки решили рвануть. Вперед за новыми впечатлениями, за новой удачей. Очень интересно идти вот так по мели, как будто летишь над землей. Путь был не близкий. Это более 20 километров поселка, нижние пороги, или пороги. Вода упала. С одной стороны идти сложнее, потому что хотя там не течение слабше, но очень много камней. Вот такие бочки даже можно попасть. Ну, все нормально, все обошлось. Вот мы здесь пригляделись неплохую стояночку, поставить палатку. Чтобы обдувало, было меньше мошки, комаров. Ну вот мы и на месте. Но приключения наши только начались. Я вот тут вот хочу палатку поставить. Нормально будет, как ты считаешь?
продувать чуть-чуть ближе, чтобы... Так наоборот, надо, чтобы продувало. Я говорю, если продувать ближе, то... Ладно. Ну что там? Так-то вот ровненько. Не, все окей. Как его взять-то, а? Опа! Вот это да! Класс! Блин. Опа. Хорошенький. О, какой. Жми вот. Ой, ты посмотри, что делает. Что ж там за дурень? Красавец. Ну как? А? Вот это да. Царь, рыба. Не торопись, не торопись. Держи фрикциончик, держи потихоньку, потихоньку. Это вот потяни на уровне удочки и подними прямо удочкой. Тебя выдержит все. Еще я скажу, когда поднимать. Еще нагни спинем. Все, поднимай на меня. А, ну что, красавец, молодец. Держи, все сам, опусти теперь. Опускай, только это, вот. Прикрывайте-ка ослабище, пусть он. Все, поднимай в лодку. Ну что, покажись. Хорошо взял на все три якоря, да? Ну этого мы домой отпустим. Лови, родной. Ну что, друзья, видели все сами. Паруса мы своего нашли на спиннинг. Парус был даже очень достойный. Интересная рыбалка. Ну, немного, но много зачем, много его и не надо. Ну, до вечера он уже, вечером все-таки запустил свой пресловутый кораблик, потому что, ну, спиннингом не везде возьмешь, то есть нужна специфическая приманка, потому что очень сильная текуха, он стоит в пороге. Что там провести, ну, нет таких приманок. Так что половил немного на кораблик. В общем, все понравилось. И харюс был даже очень хороший. Что на спиннинг, что на кораблик. Ну, порыбачили немножко. Денис походил по берегу. Ну, поймал небольшую щучку. В общем, отдохнули неплохо. Планы на следующий день у нас были огромные. Но, ребята, подвел нас мотор. Смотрите, что дальше там произошло. Конечно, хотел бы сделать побольше, но вот. Получилось.
на место спустились, все было нормально. Все отлично. Все, уже все, наверное, на сегодня, да? Мы на сегодня на лодке уже не пойдем. Вечером попили чаю, почистили рыбу. Все было отлично, все хорошо. Легли спать. Когда утром проснулись, тоже попили чаю, завели мотор и поняли, что приехали. Не пошла вода, повернула крючатку на шпонке. Как оказалось, просто шпонку поставили не родную. И еще из-за этого она повернулась. Ну что, пришлось нам спускаться в нижнюю деревню на веслах. Ничего не поделаешь. Спускаться далеко было. Ну, потихоньку на веслах спускались, пробовали кидать спиннинг. Ну, восприняли это как приключение, я бы так сказал. Ну, так внизу там. Такие разливы на реке. Там встретили хороших ребят, знакомых, ну не знакомых, они смотрят мой канал, узнали меня. Только забыл спросить откуда. Ребята, огромное спасибо, вот они нас цепухой зацепили, подтянули в той деревне. Еще раз огромное спасибо. Позвонил дочери, привезла она редуктор от мотора, мы думали, подойдет шпонка, шпонка не подошла. Потому что валы разные, шпонки разные. А на винте, что на водомете. Так мы попали. Но все, что не делается, делается к лучшему. Познакомились очень с хорошими людьми. Виталий, Дмитрий, семья их. В общем, душевные люди, они нам помогли. Виталий на своей машине с прицепом дотащил нас до порога. Так закончились наши приключения. Спасибо огромное, Виталий. Удивили дикие утки, живущие рядом с людьми. Друзья, берегите природу. Как же все-таки это красиво. Спасибо за просмотр. И пусть вам на рыбалке повезет больше. Удачи, ребята.